Финальная схватка сегодняшнего дня. Это последняя из пяти финалов, в котором участвует представитель Северной Осетии. Это весовая категория до 100 килограммов. Прошлогодний чемпион России Давид Мусульбес из Владикавказа, от команды Северной Осетии, борется с очень опытным, сильным борцом Ковалевским. Ковалевский в своей подгруппе выиграл все схватки довольно большим преимуществом. То же самое сделал Давид в своей подгруппе. И вот сегодня они решают, кому же из них быть чемпионом России. Ну, эту схватку комментировать со мной будут заслуженные тренеры России. Марик Федеев. Ну и рядом находится старший тренер сборной команды нашей республики Славик Багаев. Я, конечно же, буду прибегать к их помощи. Вот. Ну, тут, конечно, крики болельщиков вы слышите, это вполне естественно. Все переживают, знаешь. И, кстати, больше всех болельщиков, по-моему, у команды Осетии и, наверное, у Дагестана. Так ли, Марик? Ну, это естественно, потому что Россия здесь проходит под большим количеством спортсменов из этих республик. И, естественно, болельщики болеют за своих посланцев. Но эти два борца знают друг друга. Не один год они встречались, и встречались на соревнованиях дважды. Первый раз на чемпионате России, когда в финальной схватке встречу выиграл Давид со счетом 5-1. И второй раз в начале этого года на международном турнире экстра-класса имени Ивана Ярыгина в финальной схватке также, но Давид уступил. Сергей Ковалевский, да, довольно известный борец в борцовском мире. Он является чемпионом Кубка мира. Вот он выигрывает. Три балла он выигрывает. Отпускай руку на плечи. Давида очень мощный захват. Очень мощный захват. Вот. Кстати, Давида спонсирует Моздокская гардинная фабрика, и он очень благодарен Харитонову, директору. Держи правую руку, держи. Гординки, как мы его называем у нас в Осетии. И вот сейчас мы видим, тренеры его переживают. Марик, ты сам тренер и прекрасно знаешь, наверное, что творится на душе у тренера. Да, безусловно. Он тренируется под руководством Казбека Дедикаева и Савелия Пятова. Они, конечно, переживают, это естественно. Но я думаю, Давид оправдывает их надежды. Ведет со счетом 4-0 уже за 2,5 минуты до конца схватки. Это большое преимущество с таким именитым борцом. Мы надеемся, что схватка будет за нами. Вперед забегая. Правой рукой держи, чтобы не сглазить. Да, будем надеяться. Ну, Давид, в общем-то, парень стойкий. Да, да. Помню прошлогодний финал, когда вот при таком ажиотаже в Москве, когда и судьи даже спешали с хором болельщиков. Да. Он стоял и довел схватку до победы. Ну, а сегодня тем более складывается схватка в его пользу довольно удачно. И видите ли, после срыва на чемпионате Европы, странный срыв, потому что он остался без места. Вот, тяжело было ему восстановиться, но он нашел себя и, как мы видим, прекрасно выглядит. С рукой. Да, он бесспорно сегодня сильнейший среди полутяжеловесов. Это он сегодня показывает. Да. Давид, под себя постоянно. По-моему, Ворожмагон не оставляет никаких шансов своему противнику. Да, мне тоже кажется, что вряд ли Ковалевскому удастся пробить его оборону, тем более, что он сам в атаку идет. Он, руки у него мощные, если он схватил руку, то у него, видимо... Держи эту руку. Отставить. Отличается еще
хорошими психологическими забегай, качествами. Во время схватки, настроя. Успокаивает сам себя, своих тренеров, не переживайте. Прогнись, стой, забежи. Делай, работай сразу. Всегда ему было приятно видеть на голове, вообще в жизни очень такой воспитанный человек, одним словом. Да, безусловно. Давид, на время не смотри, работай. У него небольшая травма. Это у Давида. Эта травма была до схватки? Да, до схватки, да. В предыдущих схватках он получил травму. Да, вот наши болельщики все замерли. Ну что, серьезно или нет? Я думаю, что не столь серьезно, чтобы потерять золотую медаль, я думаю. Да. Все-таки ему дадут закончить схватку. Позволит, так сказать, эта травма ему закончить схватку. Давид, у Давида мне, что нравится, еще какая-то уважительность и к сопернику, и в то же время мужественность какая-то у него вот есть. Эту руку держи, основательность, Давид. Вот проведение. Оставить. Вот опять он. И причем взрывается он хорошо. Да, Ворожбак, да. Приятно нам, наши прогнозы сбываются, но да. То, о чем ты говоришь. А. Это действительно так. Давид очень воспитанный парень. Позже случаем мы, наверное, поблагодарим его мать, которая, наверное, смотрит сейчас нас. Да, я думаю, что для спасибо. Матери это волнительно. И, спасибо родителям. И расслабляйся, правую руку держи. Все, кто его воспитывал. Безусловно, в этом состоянии принимали участие его тренеры. Спасибо им тоже. Да. Дали такого парня нашей республики. Ломай! Да, он буквально ломает. Конечно, явно сильнее, Давид, явно сильнее. 8-0 это еще сегодня. Не расслабляйся, Давид. Никто не отыграл никогда еще такой счет. Мы, конечно, надеялись, что Давид выиграет, но что с таким разгромным счетом, честно говоря, мы не ожидали. Настроился хорошо этот парень, очень сильно настроился. И, видимо, вот эта целенаправленность от его... Давид, ну мы поздравляем, поздравляем. Вот его тренер где-то там, где ходит. Да, Давид, это четвертая золотая медаль за первый финальный день. Уже четвертая, впереди еще 5 весовых категорий, в которых будут выступать. Давид идет. Давид, мы поздравляем тебя со вторым чемпионским званием, Давид. Ну скажи, ты был уверен, конечно, что выиграешь? Скажи, я честно. Думал, что уверен будет. Многотысячная публика Северной Осетии, болельщики. Потому что мы не свои интересы защищаем вот на этом ковре. Хотя мы работаем, трудимся. Хоть иногда еще нас забывают, но все-таки борцы прославляют нашу Северную Осетию. И мы все равно знаем, что за нами есть Северная Осетия, город Владикавказ и другие города. Для болельщиков мы все готовы сделать. Пусть не беспокоится, борцы всегда останутся у нас. Ну что ж, спасибо, Давид, отдохни. Отдохни, Давид.